За проявленное личное мужество и героизм Виталий Емельянов из Чувашии награжден медалью «За отвагу». С бойцом встретилась наша съемочная группа. Пример мужества и отваги. Виталий Емельянов – летчик-инженер морской авиации, офицер запаса, член Общественной палаты Чувашии. На боевом кителе Летнаба – это его позывной – рядом с Царьградским крестом за боевую доблесть красуется и медаль за отвагу. 9 человек из Чувашии в составе батальона Союза добровольцев Донбасса «БАРС-20» ушли вместе и вернулись вместе. Если мы сомневаемся, доказывать надо не разговорами в диспутах, а собственным примером. Я думаю, это лучший вариант для мужчин. В июне месяце, в конце, значит, 5-я команда, крайне после нас уже никто не формировался, не уходил. В составе 9 человек мы еще ваши убыли к месту сбора, это под Ростов. Ежедневно, в течение 14 дней, по 6-10 часов в сутки, на передовой шли непрерывные бои в Херсонском направлении. Виталий Емельянов в составе группы огневой поддержки за пулеметом «Корт» обеспечивал прорыв. Устойчивость роты под обстрелами танков БТР врага был контужен. Они мужественно оборонялись, удерживая позиции, штурмовали. «Барсы» не отступали. Вот мы, я говорю за тот период, мы не отступали. Мы нас продавливали, мы расходились по флангам. Мы были всегда в первой линии, впереди всегда враг. Каждый, с кем общался, осознал, что наступило в истории страны время, когда он, как песчинка, может принести для истории пользу. Батальон Союза добровольцев Донбасса «БАРС-20» воевал с июля по сентябрь в Херсонском направлении неоднократно, героически отражая атаки превосходящих сил противника. Основная часть вернулась домой с царьградскими крестами на груди. Мама Виталия дождалась своего сына, но многие его товарищи до сих пор в зоне СВО. Силы вам, ребята. Сил. И удачи. Я благодарен супруге своей, Наталье, дочке своей старшей, которая узнала, это Катя, Екатерина. Обращаюсь к семьям. Молите Всевышнего, чтобы он дал силы вашим мужьям, братьям, сыновьям. Силы вынести тяготы решения. В регионе действует ряд мер поддержки для участников СВО и их семей, направленных на решение первоочередных вопросов. За 3 месяца работы филиал Госфонда «Защитники Отечества» обратились почти 900 человек. Вопросы задаются по получению удостоверения ветерана боевых действий, получению денежных выплат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг, трудоустройств, медицинской помощи, психологической помощи. Социальные координаторы берут на карандаш и стараются их решить вместе с нашими смежниками. Наша задача – помочь каждому бойцу, каждому посетителю решить те вопросы, для них которые самые главные и самые основные. Важно, чтобы участники спецоперации знали, что Родина всегда готова прийти на помощь в ответ на проявленный ими героизм. Надежда Морозова, Николай Скворцов, Республика.